Если коротко и ясно, то Лжасабай заявляет. Я сразу скажу, что это самый лучший будет фильм 2019 года. Ну а если более развернуто, то на всех больших экранах страны уже идет премьера фильма «Брат или брак 2». Это продолжение самого кассового фильма 2017 года. Я тут единственный, кто может сделать этот матч зрелищным и красивым. Фотоподдел! Дархабалма! Актерский состав остался прежним, если не считать отсутствие Нурлана Сабурова. А вот сюжет уже вращается не вокруг знакомства с родственниками. Создатели решили обратиться к такому явлению, как синдром Куват. Это очень интересная ситуация, действительно, когда я узнала, я очень долго смеялась, так как этот синдром существует. Научно доказано, что 13% мужчин по всему миру болеет этой болезнью. И у нас в Казахстане, и представляете, даже вчера у меня знакомая подтвердила это. Она сама в положении, муж имеет все симптомы. Сложными съемки второй части оказались и для главного героя картины Даурена Сиргадина. Впрочем, именно это ему и понравилось. Я люблю сложности. Чем сложнее, тем интереснее. Эта и сложность как бы меня и притягала, поэтому я и как бы согласился на вторую часть, потому что она была сложнее. Вернулся в казахстанский прокат и любимчик многих Азамат Уланов в роли сына одного из братьев. Роль, которую я давным-давно ждал, которая мне по душе, это роль со стороны маленького мальчика, но изнутри очень взрослого, такого, ну, как который решает все вопросы за своих старших братьев. И очень мудрый человек этот мой образ. Да, очень жизненный. Кое-кто из приглашенных на премьерный показ звезд, кстати, в главных героях узнал себя. Я сейчас вспоминаю, что, по-моему, я все-таки тоже болел Куватом. Да. Ох, и нелегкая, наверное, была эта беременность для обоих. Ну, не прям так, конечно, но какие-то вот... Живет ночью. Каждые 5 минут в туалетке. Ну все. Шучу. Ну, 10% может быть было. Нет, процент примерно 50, наверное. 50 да? даже? Да. Ну, значит, 5. Значит, 5. Нолик просто уберите и все. Ну а мы еще раз напоминаем. «Брат или брак 2» уже на всех больших экранах страны.